28 мая 2010 года в Центральном доме литераторов, в здании, привычном к разного рода торжествам и праздникам, состоялось празднование юбилея. Обычно на юбилей приглашаются люди, хорошо друг друга знающие. Ну, как правило. На этом же юбилее было видно, что не все знакомы. Некоторые вообще видят собравшихся в первый раз. Я, если честно, ожидал, что все-таки будет побольше народу на этом юбилее. Вот. А было меньше, чем я ожидал. Раза так в три. Но, с другой стороны, те, кто пришли, их нам, в общем, хватало. Так что юбилей проводить было надо. Там на людей посмотреть стоило. Так что я по этому поводу нисколько не переживаю. Хорошо, что мы его провели. Хорошо, что там это самое народ друг на друга поглядел. Так что поздравляю с юбилеем от имени Московской городской организации Союза писателей России. И мы рады, что здесь много молодежи. Спасибо. Надо вам сказать, что я приехал в Москву специально, чтобы подгадать вот этот, придя на этот юбилей. И мне очень приятно, что я здесь встретил не только молодую публику. Я, честно говоря, немножко побаивался, думал, мне тут будет неинтересно, потому что одна молодежь. Оказалось, нет, все-таки люди, пожившие в жизни, тоже как-то увлекаются. Знакомых много в этом зале, но сам издат не узнаю. Он, воплотившийся в реале, реальность потерял свою. На сайте «Весело и споро» общались мы посредством строк. Мы сквозь окошки монитора вести привыкли диалог. А в ЦДЛ, душой и телом, это никакой не глюк. Без разделения на разделы, Си разом загрузился в друг. Здесь ники воплотились зримо, и плотью облачилась стать. Могу потрогать я Максима. Виртуальное общение авторов и читателей между собой – это одно. А общение вживую – совсем другое. Здесь можно посмотреть в глаза собеседнику. Здесь снимаются виртуальные маски, и можно увидеть живых людей. Я считаю, что польза от этих встреч есть очень большая, потому что, во-первых, когда ты общаешься с людьми виртуально, это совсем не то. Вот, потому что есть вопросы, которые там в виртуальном общении ты не задашь. Вот, в личном это очень хорошо. Потом, опять же, когда разговариваешь с авторами, которые уже публикуются, это вот очень полезно. Узнаешь какие-то нюансы, которые так просто не расскажешь. А при личной встрече, да, это удается выяснить. А самое классное – это читать рассказы человека, которого ты уже знаешь лично. Ты понимаешь, чего он хотел вложить, как он говорит. Что он говорит? Ну, естественно, когда человека узнаешь лично, то ты уже совершенно по-другому к нему относишься. Даже те комментарии, которые он тебе пишет, приобретают окраску эмоций. То есть ты представляешь себе лицо человека, с которым общаешься. Ты представляешь себе, с каким смыслом он мог бы тебе передать то или иное сообщение. Очень рад встретиться с теми, с кем подружился виртуально. То есть, ну, как бы... Не поддерживаю контакты с теми, с кем не хочется поддерживать, но с тем, с кем как бы уже виртуально наладилась связь, очень рад встретиться, и действительно это все перерастает в такую реальную дружбу. С самоиздатовских людей я встречался и пересекался неоднократно и во все предыдущие годы, и в гости ко мне приезжали, и знакомились, так что там какого-то откровения, что я там всех сразу увидел, такого не было. Это для меня была не совсем рядовая, но обыкновенная встреча. Действительно, эта встреча вызвала очень много эмоций. И это, наверное, потому, что большинство людей были знакомы виртуально. И место их виртуальных встреч – журнал «Сам издат», один из популярных литературных сайтов Рунета. Сам издат. Ресурс, созданный Максимом Машковым и Павлом Петриенко. Посещаемость сайта на момент работы над фильмом составила около 70 тысяч обращений в день.
В апреле 2011 года сайт посетило 2 376 362 человека. Самиздат – это литературный сайт, позволяющий авторам не просто читать и скачивать, но и размещать свои произведения для публичного просмотра. Совсем недавно, во времена существования СССР, у слова «самиздат» было совершенно другое значение. Самиздат по определению Википедии – это способ неофициального и потому неподцензурного распространения литературных произведений, а также религиозных или публицистических текстов в СССР. Когда копии изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных органов. Как правило, машинописным, фотографическим или рукописным способами. К концу СССР также и при помощи ЭВМ. Ну, слово-то я знал. Слово я знал, надо понимать, еще с тех советских времен. Вот. А то, что оно лучше всего подходит именно под нашу ситуацию, это научный факт. Потому что авторы сами себя издают. Но должен сказать, что все-таки слово, мы сейчас его используем в современном формате и своем смысле, а не в том советском, там, как называется, подпольном и так далее. Но мы это значение слова тоже помним. Я вдруг попал на какой-то сайт, и там какие-то рассказы, классные рассказы. И я смотрю, оказывается, можно зарегистрироваться. Я думаю, если я зарегистрируюсь, значит, я еще больше рассказов смогу прочитать. Оказалось, что я, значит, их теперь и сам выкладывать могу. Но решил, раз я их могу выкладывать, надо их писать. А я начал их писать. И я зашел к Машкову, скачал много интересной литературы и случайно наткнулся на самиздат. Стал смотреть, очень адекватная публика, интересный материал, и как-то так постепенно я решил, почему бы нет. И как-то вот после какой-то бессонной ночи я рискнул выложить кусочки собственного творчества. Ну, как это обычно бывает, получил и благожелательные отзывы, и негативные. Как это, естественно, и должно быть. Ну и постепенно-постепенно остался. В 1994 году я сделал библиотеку для того, чтобы разместить там электронные книжки, которые я к тому времени наколлекционировал. Машков Максим Евгеньевич, основатель одноименной библиотеки и сайта «Самиздат». Москвич. Окончил механико-математический факультет МГУ 1983-1988 года. С 1991 года сотрудник НИИ системных исследований РАН. Администратор институтской сети, ведущий учебных курсов, был программистом нескольких медийных интернет-проектов «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру» и другие. С ноября 1994 года поддерживает библиотеку Максима Машкова. Многократный лауреат интернет-премии «Ротор». Женат, четверо детей. В 98 году случилась катастрофа. Начался литературный конкурс в интернете «Тенета», в котором, значит, образовалось сотни участников. Все хотели в нем поучаствовать в те времена. И для участия нужно было размещать их тексты в интернете. Они их слали мне. Вот я 2 года занимался номинированием, чтением и размещением в библиотеке тексты вот этих вот конкурсантов-номинантов. Немножко сильно устал. Конкурс продолжался весьма долго. Я понял, что второго такого конкурса, который намечался следом, я не переживу. То есть самому это там, было несколько сотен произведений, которые вот именно конкурсного типа. Вот поэтому я решил что-нибудь для этого предпринять. Ну, собственно, ответом и оказалась система авторской самопубликации. Задумывалось, чтобы принять на грудь конкурсные работы следующего конкурса «Тенета», чтобы автор мог прийти, разместить туда свой конкурсный рассказ, повесть, роман или что-нибудь еще. Ну, а поскольку нужно было делать для этого систему размещения и публикации, то мы сделали с Пашей Петриенко, моим знакомым, движок, сайт. Вот так и возник журнал «Самиздат». В 2000 году я его запустил.
На самом деле, если немножко сказать об истории нашего сервера, то самиздат появился даже чуть-чуть раньше, чем в 2000 году. По крайней мере, я помню еще журнал «Libru», то есть «Libru» библиотеки Машкова, к которому был прикручен отдельный разделчик, называемый «Журнал». Собственно говоря, это было, по-моему, в 1999 году. И в те времена Максим Машков представлялся мне таким злым, суровым дядькой, потому что нам нужно было отправлять, все, кто хотел публиковаться в этом журнале, должны были отправлять тексты непосредственно Максиму. Вот. И он сам лично решал там все эти вопросы с тем, чтобы разместить тексты. Вот так это выглядело в 99 году. Однажды после очередного моего письма я получил от Максима ответ, что тексты мои он размещать не будет, потому что теперь открыт самый обычный самиздат, которым мы привыкли пользоваться, в виде вот этого самого сайта, который всем известен уже 10 лет. Во-первых, я тогда только осваивал для себя интернет и искал, где бы это вот разместить свои, как тогда казалось, бессмертные творения. И вот, в числе прочего, то есть что-то нашел там на куличках, там самиздат, стихи.ру. Ну и, собственно, недолго думая, всюду и зарегился. Ну, был вообще, тогда же эти сайты все только стартовали, самоздат в том числе. Но я был удивлен, на самом деле, думал, что вообще этого никого сейчас не интересует. И когда вот зарегистрировался, я подумал, елки-палки, как я вообще в этом деле не оригинален, я уже 312-й. Я точно не могу сказать, кто был первым автором. Вот на букву «Я» вроде бы был там Роман Ясюкевич. На букву «Б» Анри Бертьен, на букву «П» был самый лучший автор всех времен и народов, это Павел Петриенко, ну а я монопольно занял букву «Р», там я был первым автором и единственным. И помню, когда появился кто-то второй на букву «Р», я очень ревниво к этому отнесся, потому что до этого это была лично моя буква. Вот. Это было очень прикольно, конечно, что ты единственный автор на букву «Р», и если сравнивать с нынешним самиздатом, то там одних романов сейчас больше 50, это уже возмутительно. В мае 2011 года на сайте было зарегистрировано 59 600 авторов и 772 050 произведений. Я с большим, так сказать, увлечением пишу книги научно-популярные. Вот одна из книг, это посвящена затонувшим городам и странам Атлантиды. Вот такая была издана книжка. Тоже она была издана в бумажном варианте, но когда она поместилась в самиздате, я тоже с удивлением получил очень много откликов, комментариев, которые мне очень интересны и приятны. Так что я очень благодарен Машкову Максиму, который все это организовал и сделал. Максим Машков родился 13 октября 1966 года в Москве. Москва, 60-е. Время хрущевской оттепели. Полета Гагарина, переговоров о разоружении с США, Карибского кризиса, разгона Хрущевым молодых художников в манеже, развитие науки, литературы, искусства, кино. Время прихода к власти Брежнева и начала эпохи застоя. Родился я в интеллигентной московской семье. Папа инженер, мама учительница в школе. Вот. Какое влияние, ну как там, кормили, поили, воспитывали, одевали. Но мозги особо не капали. То есть главное их достоинство, что, в общем, как бы меня семья не терзала, не третировала. Нормальная такая обыкновенная семья. Там то, что у меня мозги слегка математические, это надо им отдать должное. Гены, все эти способности, они по наследству передаются, как известно. Книжки я любил читать с самого детства и читал со страшной силой. Библиотека сначала появилась в виде домашней странички Машкова, некой персональной библиотеки. О том, что это не личная страничка, а какой-то общественный ресурс, Максим почувствовал достаточно быстро. В течение полугода после размещения первых материалов Максим понял, что этим делом надо заниматься более серьезно. Его личная страничка, с которой появилась библиотека Машкова, имела следующие разделы: «Мои хобби», «Мои увлечения», «Моя библиотека». И вот страничка «Моя библиотека»
непропорционально выросла и превратилась в библиотеку сама по себе. Раньше из личной странички Максима заходили в библиотеку. Большим проектом она, библиотека, стала сразу, поскольку интернет был микроскопическим. И даже микроскопическая библиотека размером в 15 мегабайт в нем выглядела достаточно солидно. Ты живешь без интернета, у тебя одно состояние, потом ты в этот интернет попадаешь, у тебя второе состояние. Вот, собственно, раз и два. Вдруг я встретился с интернетом, с библиотекой Машкова, который на меня произвел совершенно ошеломляющее впечатление. Дело в том, что наше поколение, я принадлежу, к сожалению, к возрасту почтенному и отношу себя к поколению 20 века. 21 век для меня – это сложный век. К сожалению, вникать в интернетские премудрости мне не удается очень так просто, но стараемся. По мере роста интернета росла и библиотека. Количество авторов росло с каждым днем. И со временем Максим практически перестал развивать этот ресурс и занялся непосредственно самиздатом, системой самопубликации для авторов. Авторов самиздата поначалу было очень мало, но со временем их появлялось все больше и больше. Возникало множество вопросов по размещению текстов, оформлению их и так далее. Времени общаться с каждым автором Максим не имел физически, поэтому появилась необходимость раздела, где новый автор мог бы найти ответы на вопросы по работе с сайтом. Что касается раздела «Инфо», то, в общем-то, в наше время никто уже не воспринимает нормальным сайт, на котором, то есть кнопка «Помощь» стала чем-то естественным. Однако в начале существования самиздата такой кнопки у сайта не было. Надо сказать, что в те времена существовало только два специальных раздела на сайте. Это раздел «Редактор», то есть Максима Машкова, и раздел Павла Петриенко. А раздел «Инфо» был сделан лично мной по личной инициативе, просто в силу того, что когда я пришел на самиздат и с какими-то вопросами сталкивался непонятными, я часто писал Максиму, потому что мне было непонятно. И он мне объяснял, как должно быть там вот это, там как про рейтинги, там про посещаемость, как все формируется. В результате со временем, когда стало авторов много, они начали писать мне, потому что Максим отправлял их уже ко мне. Он говорил: так, спроси Романа, он знает. Я начал отвечать им на вопросы касательно всего, что можно по технической стороне самиздата, что мог ответить. Когда авторов стало несколько сотен, писем стало приходить много, и в результате получилось так, что возникла идея, что, наверное, уже проще не отвечать каждый раз в письмах, а просто ставить ссылочки, где уже на этот вопрос есть ответ. Так, собственно говоря, мы пришли к созданию первого специального раздела «Инфо», он так был мной назван, который позднее, уж когда Максим понял, что от этого раздела есть помощь, он его залинковал в верхнем меню через кнопку «Помощь». Я не могу сказать, что я считаю себя старожилом сайта и что я разобралась даже с ним как с ним. Я научилась, свою страничку как-то загружать произведения, я пару конкурсов прошла, посмотрела, как это делается. Я познакомилась с интересными несколькими людьми. А что касается конкурсов, то идея конкурса принадлежала больше Максиму, потому что Максиму Машкову. Потому что он договаривался с ведущим, со Святославом Логиным. Нам требовался серьезный человек, который мог бы проанализировать наши тексты и сказать, в чем мы не работаем на уровне хуже, чем работают профессиональные писатели. То есть нужно было, чтобы человек наткнул носом в наши ошибки и научил работать правильно. Собственно говоря, Black Jack – это был первый конкурс, где судил финал «Человек со стороны», это был Святослав Логинов, которому огромное спасибо за то, что много лет впоследствии возился с нами, позволяя нам расти, давая нам развернутые комментарии. Вот. А конкурс был нужен для того, чтобы авторы просто слушали мэтра, учились, разбирали свои ошибки и могли дорасти до того уровня, на котором они могли бы уже профессионально работать. С 2002 по 2010 годы на самиздате было проведено 149 конкурсов различной тематики.
В юбилейный для самиздата 2010 год был проведен конкурс «Великоотечественное», посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне и под эгидой Союза писателей России. Ну и хотелось перейти к нашим итогам конкурса, который проводился в начале мая. Подводились итоги конкурса «Великое Отечественное». А как вы знаете уже из интернет-сообщений, кто победил в большой прозе, в малой. Ну, вот сегодня как бы настал момент, вот реально, чтобы награда нашла своего героя. Первый конкурс — это был кураж. Вот нас реально вот, просто перло от самого процесса. Это был такой правильный стёб, когда люди начинали на хорошей волне вот так подниматься, и это было очень стильно. Вот когда мы даже делали эти конкурсы юмора, было очень весело, и публика была такая же, и под это хотелось творить. Вот это вот было такое пьянящее чувство. Что когда вот начали проводиться конкурсы всякие, там, юмористического рассказа, что-то еще было, я попытался писать на них, я понимаю, у меня не получается. Вот надо как-то собраться и написать, а я не могу. Принимал участие в конкурсах. Как правило, в конкурс принимал участие для создания интересных, веселых провокаций, не с целью победы. Один раз я поставил себе целью занять последнее место. Мне это удалось с большим успехом. Я заметила, что на конкурсы люди приходят иногда с одним стихотворением совершенно новым. И когда ты сама в этом стихотворении, в конкурсе участвуешь, ты поневоле все равно читаешь. Потому что ты там уже есть, и ты поневоле все равно заглядываешь чаще, чем если бы моего стиха там не было. Это точно я по себе знаю. И мне очень интересно, просто сейчас стало смотреть стихотворения авторов и новых, и не новых, и тех, которые носили уже не первый год. Вот. Но вообще я хотела бы участвовать в конкурсе и уже участвовать по-настоящему, серьезно. Тут побольше времени. Вот я тут поработаю еще немножко, вот поработаю, и наступит мой конкурс, где вот все. То есть победу я хочу, честно сказать. Ну, для меня не очень много значит победа, потому что я, в принципе, постарше немножко, чем старожилы, скажем так. Я не первый раз замужем. Я начинала писать очень давно и ушла на 20 лет. Поэтому для меня это сейчас, скажем, способ почувствовать струю, потому что я выпала. Значит, почувствовать современные течения, почувствовать вообще, что ходит. И, кроме того, посмотреть, то, что я пишу, это интересно кому-то или нет. Но, во всяком случае, для новичков, мне кажется, это другая вещь. Для них очень важно победить, чтобы понять, что они что-то умеют. Для меня это уже не так. Я сам вел конкурсы. То есть я, естественно, понимал, что в этом есть польза. Мне было интересно услышать мнение людей. Иногда я, будучи ведущим конкурса, выставлял свои рассказы от лица другого человека, то есть я создавал такой левый разделчик, вот, пихал туда свой текст и выставлял его на конкурс, потому что мне было интересно, что люди, с которыми я работаю вместе, скажут лично о моем творчестве. Мне же как бы тоже нужно прогрессировать. Я, в общем, таким способом участвовал не ради победы, но ради того, чтобы, так сказать, люди, мнению которых я доверяю, они вот выступили и покритиковали меня нещадно. Хотя, честно говоря, я страшно расстраивался из-за того, что они меня критиковали, иногда злился. То есть, с одной стороны, я с ними работаю, а с другой стороны, я знаю, что они меня критикуют. Но они не знают, что они меня критикуют, они критикуют какого-то безвестного Васю Пупкина, а это я на самом деле. И поэтому я так насупивался, в общем. Что конкурс – это лотерея, и порой об одном и том же произведении мнение судеб не совпадает просто кардинально. То есть один судья может совершенно зарезать произведение, а другой поставить ему высший балл. Все абсолютно разные люди. Раз, когда мы там тусили и звездили на этом самиздате, да, но мы там все-таки в топах находились, почему-то очень многие люди писали и спрашивали, как писать, научите. И мы хулиганили, мы заходили на их страничку и оставляли какой-то комментарий. Но все-таки у меня филологическое образование, в состоянии написать рецензию на произведение. А потом решили мы все это оформить какую-то театральную мишуру, да, как-то покарнавалить еще с этим, придумали такую армию содействия и спасения. Сперва она была просто армия содействия, АС.
Ты прибавил еще одно «с», получилось. Ну, может быть, и прав, потому что иначе было бы совсем «с». А так все-таки «АСС». Проект «Армия спасения и содействия» — некоммерческий проект нескольких авторов, созданный летом 2001 года на сайте «Самиздат». Это, пожалуй, первое объединение нескольких самиздатцев в некий клуб для совместных акций на сайте «Самиздат». Активная работа раздела проекта поддерживалась до 2003 года. Я помню, я с утра пришел на работу, я получаю такое горячее, просто раскаленное письмо, говорит, у нас гениальная идея, а давай создадим вот такую вещь. Это была такая виртуальная структура в рамках самиздата, такое хаотическое элит-объединение. Когда я попал в самиздат, мне не приходило в голову, что можно сделать субкультурное сообщество внутри субкультурного сообщества. Я вообще думал, что уже вообще все классно и лучше быть не может. И когда, да, оказалось, что есть вот такая ассоциация спасения и содействия, ну, мне она сильно помогла. В общем, я думаю, что она меня, говоря современным языком, раскрутила. То есть, заметив моего Арчибальда, как-то вот, ну, сильно приподняла, и помощь была довольно серьезная. И вообще, в свое время она в самиздате была, ну, не могу сказать, что как-то гремела по самиздату, но те, кто там жил, в этом обществе, они, конечно, знали, что такое АС. И мне настолько все это понравилось, что я даже примкнул, как сейчас помню. Я даже примкнул, и сама идея была прекрасная. Другое дело, что, наверное, все это закончилось, потому что люди творческие не организуются никак. И первое время действительно народ обращался, было очень смешно, потому что мы выбирали какие-то работы, мы их громили сначала виртуально между собой, а потом это все выставлялось на публичные обсуждения уже, да, это было весело. Причем я помню, мы делали обзоры регулярные, и в каждом обзоре мы разбирали там 3-5 произведений, причем начинали там от худшего к лучшему шло, и тоже накануне договаривались, кто будет громить, кто будет хвалить. Помню, что очень тяжело было хвалить какие-то произведения, просто потому что громить намного легче всегда. Ну, «Карты спасения» относился очень хорошо, потому что это такой же провокационный проект, какие я люблю у себя устраивать, поэтому регулярно делал обзоры налетов и погромов, совершаемых командой «С» или как она, «АС». «Армия спасения и содействия» просуществовала с 2001 по 2003 год. За все небольшое время существования «Армия спасения и содействия» активно помогала молодым авторам, привлекала внимание публики к их разделам, занималась веселой клоунадой и костюмированными налетами. Несмотря на некую юмористичность проекта «Армия спасения и содействия», тем не менее подвергала серьезной критике и разборам произведения авторов, тем самым помогала развитию стиля и таланта. «Армия спасения и содействия» провела конкурс «Боевая каска. Письмо настоящему полковнику». Сейчас на сайте нет подобного объединения, но авторы и читатели по своему собственному усмотрению могут оставлять свои комментарии к любому произведению. По всем законам физики любое действие должно какое-то противодействие встречать. Когда ты написал и положил в стол, ты можешь потом долго ходить и внутренне радоваться и восхищаться тем, что ты сделал. Но это твоя собственная оценка. Когда ты получаешь отклики людей, которые более-менее в этом что-то понимают, и им далеко не всегда это может понравиться, если ты способен адекватно воспринять критику, услышать ее, сделать какие-то выводы, то для тебя в этом будет колоссальная польза. Мне действительно интересно взаимодействовать с читателями. Мне не интересно писать в стол. И это правда, я искренне признаюсь. Хотя многие, может быть, скрывают, нет, я пишу в стол, мне ничего не надо, да. У меня есть такое желание, чтобы меня читали. Но чтобы меня читали, у меня есть желание написать настоящее стихотворение. Пока не написала. Но я стремлюсь. А мне как-то повезло, я сразу же попала в очень доброжелательную обстановку. Как-то ко мне все сразу стали относиться очень тепло. Вот. Первый комментарий мне оставил Машков в моей страничке.
Вот сразу буквально я только свою эту розу повесила, и первый же комментарий был московский, это было безумно приятно. Хороших авторов, которые мне понравились, я с удовольствием комментирую и что-то пишу. Редко попадаются, а так, время бы хватило, был бы автор. Каждый день на сайте регистрируются все новые и новые авторы. Сейчас их на самиздате около 60 тысяч. Популярность сайта растет, и приход новых людей вносит свои изменения в наполнение и содержание ресурса. Самиздат очень изменился, и, к сожалению, не в лучшую сторону, на мой взгляд. То есть очень много склок, очень много дрязг политических, которые совсем не нужны. Вот, намного меньше стало действительно вот, деловых обсуждений стихов, действительно деловой критики, идет больше наскоков друг на друга. Вот это удручает, и из-за этого, в общем-то, очень многие авторы уходят из самиздата. И чем больше популярность набирает предмет, тем ниже, соответственно, профессионализм. Может быть, в этом дело. Сейчас, когда там, скажем так, тысячи авторов, это стало похоже на шелестящее дерево с тысячей листьев. Каждый листочек шелестит, никто друг друга не слышит. Как сказал классик, можешь не писать, не пиши. В какой-то момент я обнаружил, что я могу не писать. Вот. А я еще и Жванецкого вспомню, который сказал, что писать надо, как и писать, когда уже не втерпишь. Вот. То есть у меня довольно быстро обнаружилось, что все то, что я хотел сказать человечеству, кончилось. Вот. Мои истории тоже оказались не бесконечны. Придуманные сюжеты в какой-то момент начали повторяться. Ну и потихонечку весь этот процесс сошел на нет. Чем я абсолютно не разочарован. Вовремя бросить и уйти, я считаю, это тоже неплохо. Можешь не писать, не пиши. Не обязательно это. То есть хочется создавать. Вот генерация контента этого пресловутого. Да, то есть если есть потребность, так или иначе она будет видоизменяться и из одной фазы в другую переходить. Я смотрю сайт свободной публикации, я думаю, мне же друзья давно советуют, говорят, что я новый Пушкин, мне надо публиковаться. Я думаю, вот я там опубликуюсь. Ну, я опубликовался и забыл, месяца три прошло, наверное. Вот, через три месяца я залез, смотрю, никаких комментариев никто не читает. Начал других авторов читать, как-то лазить, смотреть, что там, что происходит на сайте. Ужаснулся собственному убожеству, понял, что то, что я пишу, это ни разу вообще не хорошо, и что публиковаться мне совершенно не надо. Вот, это какой-то спортивный интерес во мне проснулся. Неужели я не могу? Тут какие-то люди, вот они там их читают, комментируют, они каким-то успехом пользуются. Неужели я так же не могу? Вот изначально это был спортивный интерес исключительно. Вот ты написал хорошую вещь, да, и у нее посещение, смотришь, там, 10 человек сегодня, 20 завтра, там, 500 послезавтра, там, 300, там, 15, 100. А написал плохую, там, в начале, там, 100, 30, 20, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Случайные несчастные люди, которые зашли это прочитать. Лучший критик, лучшего-то и не надо. Ты выставляешь произведение, то есть моментально ты должен быть уверен, что оно чистенько с точки зрения и грамматики, и орфографии, и всего. Если там какие-то косяки, просто будет стыдно перед соратниками, скажем так. Автор должен не только писать, он должен совершенствоваться все время. Он должен учиться писать, слушать советы, не обязательно своих читателей, а там, советы великих советчиков. О том, что в тексте не должно быть орфографических и грамматических ошибок. Учитесь писать грамотно. О том, что текст надо переделывать, перерабатывать и перечитывать, особенно через несколько лет. Учитесь чистить текст, работать. Вот когда я вижу отличные книжки отличных авторов, у них у всех есть вот эта вот работа. Самиздат меня очень серьезно подвиг в техническом росте. То есть я стала работать над тем, что пишу. Thank you.
Произведения рождаются у всех по-разному. Кто-то пишет запоем, кто-то мучительно подыскивает нужное слово, кто-то вообще пишет, не думая. Разные авторы, разные герои, многоликая литература. Есть два пути писать. Есть один, как раз ходить долго вынашивать и мучительно писать нам годами, да, роман какой-то. Или же сесть и написать запоем. А у обоих случаев есть свои плюсы, свои минусы. Гюго говорил, что долгая реализация губила прекрасные замыслы. Это так. То есть чем дольше ты работаешь, вот у меня, во всяком случае, так, чем дольше я работаю над чем-то, тем меньше шансов довести это дело до конца. Я как раз запойный такой писатель. Все, что я писал на самиздате, оно писалось из головы. У меня не было такого, что я ходил, месяц вынашивал какой-то там рассказ. Просто мне хотелось написать, и я писал. Вообще для меня писательство – это способ осмысления реальности, скажем так. Это не просто выход эмоций, я прозаик. Я не поэт. По типу мышления я прозаик. Поэтому это не столько эмоционально, хотя эмоционально очень важно, сколько именно переосмыслить, понять, самой себе что-то объяснить. Вообще очень сложно писать персонажей, которых ты не понимаешь. Есть персонажи, которые я писал с других людей. То есть я не понимаю принципы, по которым этот человек думает, и почему он говорит вот в ответ на это, он говорит вот это. Я не понимаю. Но вот этот человек, которого я видел в жизни, он делает именно так. Вот у меня персонаж делает так же. Мне его не понять. Такой вот непонятный персонаж. Когда какая-то ситуация из жизни или реакции, которые были в жизни, вот они, да, готовы. Остальное, конечно, но как-то я пытаюсь это прочувствовать, провести через себя. Сам издат за все время своего существования помог многим авторам найти путь в большую литературу. А началось это сборниками произведений авторов, напечатанных небольшими тиражами за собственные деньги. В свое время, когда на нашем сайте еще не было ни одного издающегося автора, вот, бывали такие времена, конечно, сейчас это смешно, когда одних только писателей, которые в жанре фантастики, фэнтези, мистики, больше 200. Я даже всех не могу посчитать, но я знаю, что больше 200 авторов, издающихся вот в этих жанрах. А в свое время не было ни одного. И в те времена, когда этого всего не было, мы решили, что лучший способ заявить о себе – это издать книги на наши собственные деньги, попытаться отдать эти книги издателям, передать. Вот. Это был наш самый первый сборник, назывался «Северное сияние». Вот, это второй сборник, так сказать, наверное, наиболее успешный с точки зрения того, что в него вошли фантастика, фэнтези, мистика и такие сказочные немножко такие, ну, течения, да. За счет этого у авторов было больше шансов впоследствии пробиться в большую, так сказать, печатную литературу, если так можно выразиться. Вот, это третий наш сборник, уже посвященный юмору, последний из тех, что мы сделали вот лично при моем участии, потому что, насколько мне известно, потом были еще сборники. Но эти три книги были просто первыми самоиздатовскими сборниками, до этого таким никто не занимался. Да, и, наверное, надо сказать о тех, кто, не только тех, кто вошел, но и тех, кто рисовал, так сказать, эти книги. Вот для этой книги, для нашей первой, делала обложку Мария Парфенова, это творчество Вячеслава Доронина, вот, а это небезызвестный вам Павел Курышев. Постарался. То есть примерно 20 книжек в месяц в среднем издается из книжек, размещенных на сайте самоиздата. В общем, мораль такая. Книжным издательствам развлекательная литература нужно каждый день печатать новые книжки, новых авторов. Книжек им не хватает. Поэтому все крупные издательства, отделы развлекательной литературы держат редакторов, которые вычитывают все новинки сайта самоиздат. Видимо, не только его, возможно, других тоже, но про самоиздат это совершенно точно известно. Роман кто-то написал, разместил, он попадает на стол сразу минимум пяти редакторам пяти разных крупных издательств. Если ваш роман хоть как-то их устраивает по формату, объему, тематике и удовлетворительному по качеству, он будет напечатан 100%. Не очень большим тиражом, не за ошибкой большие деньги, но напечатан будет. За 10 лет самоиздат прошел чудовищный путь. От сайта, на котором не было ни одного издающегося автора, до сайта, на котором размещают свои тексты настоящие звезды современной фантастики. Вот, которых ценят и уважают издатели. Поэтому я вот помимо инфо веду
проект «Звезды самиздат». Его достаточно легко найти, он всегда присутствует на первой странице рейтинга посещаемости нашего сайта. Вам не хватает, дорогие авторы самиздата, в сайте самиздат? Вы скажите мне, подумаем, может быть, и сможем реализовать. И какой-то поисковой системы для самиздата не придумывать, но это же не Яндекс, да? В самиздате ты можешь написать все, что угодно, но ты не найдешь рассказы, которые тебе нужны там. И самиздат, он не совсем предназначен для блога, это довольно тяжело верстается. Здесь приходится комментировать одну гостевую, да? То есть заметок много, гостевая одна. На самом деле мне стало интересно, насколько самиздат стал социальной сетью, перестал быть библиотекой как таковой, да, и стал социальной сетью. В нем всегда было заложено два, на мой взгляд, метода, два момента таких. Это библиотека и сетевая какая-то вот общалка. Я думаю, что немножко нужно привести в порядок сам сайт. Ну вот в том виде, в котором он сейчас, это было классно 10 лет назад, там 5 лет назад это было архаично, но канает. Сейчас это уже плохо. Ну, молодежь заходит, она не понимает, что это такое. Ну, картинок нет цветастых, и интерфейс какой-то там непонятный, и все это такое, в общем, старенькое все. Мне кажется, нужно это перестроить, сделать несколько другим, и по принципу блогов, для того, чтобы люди могли жить на самиздате. Ну, то есть, например, если бы у меня была возможность на самиздате выкладывать и фото, и видео, и все остальное, даже за деньги, да? Я бы там и обосновался. Какой смысл мне? Здесь у меня что-то лежит, там у меня чего-то лежит. У самиздата нет спонсоров. Максим Машков содержит сайт на свои деньги. Но иногда самиздат получает гранты на развитие. В 2005 году мне дали грант от агентства по печати. Ну, вообще, дали как там грант Машкову на библиотеку Машкова. Вот. Но, соответственно, надо было эти деньги освоить. И я их осваивал целый год. Мы на эти деньги закупили оборудование для сервера, на котором сейчас крутится все это безобразие. И очень сильно приподняли и развили раздел русской классики. Ну, а в качестве, чтобы им было приятно, да и статус, в общем, чтобы показать, я вписал эту строчку, потому что действительно деньги на развитие этого проекта в свое время выделил агентство по печати. Но это была разовая поддержка, как бы там в 2005 мы получили, к 2006 все растратили, отчитались, как бы на этом поддержка закончена, но надпись оставили. Сейчас. От государственных организаций больше не было особых предложений. Но, правда, честно сознаюсь, я, в общем-то, особо и не просил. Если бы просил, я думаю, изыскали бы ресурсы и возможности это дело развивать. Где-то в году 2002, мне надо еще вспоминать, или в 2000 строке, я еще получал грант от фонда Сороса, тоже на развитие библиотеки. И тоже купил на эти деньги сервер для библиотеки. Вот, так что это не единственная поддержка, которую я получил в свое время. Хочется отметить, что ни гранты, ни время, ни количество авторов и их произведений нисколько не влияет на свободу регистрации, размещения и публикации произведений и авторов. А по поводу абсолютной свободы, нет ее, там, много лет не было. Мы все в каких-то рамках, сетках или условностях, которые не дают нам делать совсем все на свете. Есть авторские права. И авторское право, которое вообще ничего не дает делать. Но самиздат позволил из-под него вырулить. Вот. Дальше есть всякие наши
уголовные кодексы, специальные службы и так далее. Там, обо мне тоже вспоминают. Я не скажу, что там регулярно, как по расписанию, но там из ФСБ мне позванивали, бывало. С Петровки 338 мне позванивали, вызывали там на собеседование. В прокуратуру ходил раза три по разным делам, связанных в том числе с самиздатом. В общем, как бы вы всего этого не знаете, ну и хорошо. А я так это самое чувствую себя относительно спокойно. Ну, что меня немножко утешало, что несмотря на то, что меня дергали во все эти конторы, в общем, относились достаточно уважительно, морды об стол не били и, в общем, разбирались по каждому конкретному случаю. Там были как раз залеты со стороны авторов, в том числе и авторов самиздата, а как бы не самого проекта целиком, как полностью. То есть ситуация, когда тебе говорят, закрывай нафиг весь проект чертовой бабушки, так вопрос не стоит. Или ты во всем виноват, ты за все и ответишь. Так тоже вопрос не стоит. Там никто не звонил и говорил, давай ты там сделаешь цензуру. Такого не было вообще. Ну, и слава богу, что там в каких-то этих местах есть люди, которые понимают, что там есть конкретные нарушители, виновники, нарушители уголовного кодекса стран. А вообще виртуальные войны – это все у нас игрушечные национал-патриоты, игрушечные рыцари, игрушечные демократы. В общем, у нас свой виртуальный мир. Во-первых, опять же, это иллюзия, ну, иллюзия все-таки общения со всем миром. Сколько вот ты сидишь вроде бы у себя дома, тебе не страшно, потому что ты невидимка, аноним, да, ты в своей скорлупе, в этой своей маске, да, и при этом ты общаешься, такое вот потрясающее чувство, такое упоение. Самиздат – это громадный сетевой ресурс, где каждый автор или читатель найдет для себя интересные темы для общения, интересных собеседников. Самиздате кипит не виртуально, а вполне реальная жизнь со всеми ее разнообразными гранями. Ты живешь, ну, допустим, да, я беру даже не только себя, условного человека, который за границей, он изолирован от соотечественников, от тех корней, которые его питали на родине. И так или иначе, ему это общение необходимо, безусловно. И поэтому, попадая вот в такую среду, во-первых, среду единомышленников, прежде всего, которые зациклены на творчестве, пусть как каждый сам на себя, да, но все равно это на одной волне. Вот попадая вот в эту среду, конечно, человек начинает сразу и отдавать, и получать очень много. Что такое самиздат? Это же не просто литературный сайт, это такое огромный сетевой ресурс, где множество различных людей могут найти совершенно разные для себя вещи. Ведь это не только литературные ресурсы. Люди находят там общение, люди находят новых друзей. Там кто-то едет, были случаи, я знаю, люди женятся там. Сеть – это дом, который построили Максим Машков и Павел Петриенко. Единственный состоятельный и достойный уважения строитель нашего времени. Все мы обеспечены бесплатным жильем и превосходными соседями. Всегда есть круг общения и нет нерешаемых проблем. Спасибо. И маленький сувенир, как символ, вот уже случайно оказалось, что это становится символом сеть. Вот так Максим посмотрит на этот символ. Это, собственно говоря, ареал распространения самиздата, по большому счету. И последний такой торжественный момент. Мы сейчас делаем вышку. Все, что мы успели спасти, вот мы на нем, на остатках зажигаем 10 свечек. Пусть каждый из присутствующих самоздатовцев загадает желание, а Максим эти свечки задует. Скажите, а куда поделился программист? Поздравляю!
меня это стол. Большой такой стол, в котором вот у меня есть ящик, он открыт, этот ящик. Пожалуйста, любой там может в нем порыться, но я в этом столе все храню. Но ведь именно через этот стол меня нашла Яна Поляруш, и получилось кино. Через этот стол меня находили издатели, и получались какие-то там мои рассказики в сборниках, в журналах выходили. То есть это такой общий стол. Чем помог сам издат прежде всего? Ну, все-таки стиль написания, да, он оттачивается, безусловно, этому можно научить, и грамотность, там, и стилистика, и пунктуация, все эти вещи, они правятся, конечно же, и эта школа была колоссальная в то время, потому что то, что я сейчас делаю, да, статьи постоянные, там, и технические, и такие полухудожественные, какие-то заметки блогерские, это, безусловно, имеет корни, уходящие туда, на сам издат, все-таки, и в то общение, и вот в ту тусовку. Мне предложили работать в журнале, посвященной теме автомобильных путешествий. Я сказал, ну я же не журналист, я вообще ничего. Да мы читали твои рассказы на самиздате, классно, прикольно, подходишь, годится. То есть вот здесь самиздат, пожалуйста, да, служил мне какую-нибудь службу, да кардинально. Лично я могу сказать Максиму Машкову и его вот этому проекту огромное спасибо, потому что если бы не этот сайт, я просто не был бы писателем. В конце концов, то, что у меня 14 изданных книг к настоящему моменту, это заслуга Максима, что он создал этот сайт и дал нам возможность общаться друг с другом. Потому что, конечно, когда я туда пришел, в смысле на самиздат, туда-сюда, я считал, что я гениальный человек, я там все умею. Но по мере общения с людьми я начал понимать, что я, собственно говоря, ничего не умею, и только в процессе вот этого постоянного обучения в течение нескольких лет я могу дорасти до какого-то уровня. Так что самиздат на школу для меня это огромная школа. Я считаю, что если авторы правильно им пользуются, то у них есть все шансы добиться хорошего результата со временем. Для кого-то это была действительно рядовая встреча, а для кого-то знаменательное событие. В любом случае, на десятилетии самиздата собрались люди, неравнодушные к судьбам как самого сайта, так и к современной литературе, в каком бы виде она представлена не была. Я не смогла уйти, чтобы не сказать вам пару слов, сказать, как я вас всех люблю, что вы все есть, что вы все приходите на самиздат, что вы там публикуетесь, как это все важно, что вы не просто публикуетесь, но и заходите в гости, оставляете комментарии. Ради этого иногда вообще стоит проснуться и войти в интернет. Спасибо вам всем огромное. Хай живет самиздат. Пусть у него будет и 20-летие, и 50-летие, столетие, не знаю вообще. Сложно загадывать так далеко. Но начинание прекрасное. Вот. Дай бог здоровья Максиму Машкову, который это все устроил и поддерживает, продолжает поддерживать. Ну, Максиму Машкову я, конечно, хочу пожелать здоровья, для того, чтобы ему хватало сил на всех нас, потому что нас с каждым годом становится все больше. 50 тысяч – это уже весьма серьезный показатель. Я подозреваю, что Максиму в день приходит очень много писем, и приходится разруливать много проблем. Хотелось бы, чтобы это не отнимало значительный кусок его жизни, и у него бы хватало сил на все другое, и здоровья, еще раз повторю, на нас. Вот, сайту я, конечно, хочу пожелать процветания, чтобы всегда хватало мощности на всех авторов, которые закачивают сюда свои тексты. Успехов, развития Максима Машкова, здоровья и энергии для поддержания этого проекта, потому что проект действительно, я даже не скажу всероссийский, наверное, мировой проект, потому что очень много авторов выражают себя на этом сайте, на этом ресурсе, встречаются. Удачи! Самого хорошего всего. Прежде всего желаю дальнейшего процветания и все-таки роста именно вглубь, чтобы брать не количеством, а качеством. Пишите. Пишите так, как вам нравится, и воздастся вам, если есть талант. Если нет таланта, то тоже воздастся. В конце концов, вы натешились, как я, тоже не имеющий таланта, я считаю. Наигрался, получил свое удовольствие и познакомился, в конце концов, с хорошими людьми. Это я считаю своим самым главным достижением самоиздателя. То есть, вообще говоря, у каждого вокруг него есть какой-то закуток, область действия, на который он имеет влияние. Так вот, в этой зоне делай все, что нужно, все, что должно быть. Как бы не так, как там нужно начальству, идеям каким-то, а вот как бы ты считаешь нужным, чтобы это было правильно. Если ты вокруг себя это сделаешь правильно, то надейся, что другие тоже не подведут. Есть самиздат,
создавайте раздел, никого не бойтесь, ничего, никого не слушайте, пишите, размещайтесь, а там видно.